Мы еще пристально достаточно следим за долгоиграющей историей о покупке компании Schlumberger, компании Rage Drilling Company. И вот условия золотой акции, о которой сегодня с утра сообщали, якобы Россия хочет получить золотую акцию в случае одобрения сделки. В смысле, она будет одобрена только в случае, если Россия получит золотую акцию. Так вот, это условие не входит в перечень требований России по сделке. Об этом заявили сегодня в антимонопольной службе. Предлагаю послушать. ФАС России не подтверждает информацию о том, что в отношении сделки по приобретению компании Schlumberger акций Евразия Дриллинг принято какое бы то ни было решение в отношении золотой акции. В перечень обязательств, которые могут быть возложены на иностранного инвестора, данное требование не включено.